Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с трибуны Верховной Рады, где поднимает несколько важных для страны вопросов. Как пишут украинские новости, Зеленский обратился к украинцам и затронет такие наболевшие вопросы, как ситуация с коронавирусом, свободная экономическая зона на Донбассе, а также поговорит про инициативу касательно оккупированного Крыма. Наблюдая за печальными антирекордами по количеству заболевших коронавирусом, Зеленский обратился к людям. Люди, которые не носят маски. Насмотря на статистику, отмечая, что маски на лице – это безопасность других людей. Кроме того, затронет Зеленский вопрос Крыма. Он поговорил в формате крымской платформы, которая предполагает международные усилия по защите прав крымских татар и дальнейшая деоккупация Крыма. Зеленский отметил, что вел переговоры с Канадой, Турцией, Великобританией и странами ЕС, и многие выразили желание принять участие в данном формате. Поговорил Зеленский про Донбасс. Он отметил надобное создание особых экономических условий на территории, которые больше всего пострадали. Он отметил, что стратегия развития Донецкой и Луганской области будет включать таможенные и налоговые преференции. Нужно делать все возможное, чтобы привлечь инвесторов и обеспечить им гарантии. Также Зеленский отметил, что деньги в бюджете, которые пойдут на содержание армии, одна из наиболее важных расходов бюджета Украины. Зеленский отметил, что не урежет финансирование армии ни на копейку и в 2021 году.